Zeppelin и Rolling Stones, у Владимира Высоцкого не было ни одного официального концерта. За всю жизнь меня к себе зовут большие люди, чтоб я им пел «Охоту на волков». Львиная доля музыкальных произведений, как правило, пустышки, можно исполнять песни неприятным голосом. Это были стрёмные времена. Актерская профессия и профессия революционера – это две разные профессии. Сегодня ты герой, а завтра ты там злодей, а послезавтра ты предатель. Все время дрочить в кулак – глупо, на мой взгляд. Эксперименты с ЛСД, ежедневные сексуальные духовные практики. Там-там-там-там, серп и молот ему взад, я бог Шива. Я Никита Джигурда. А это музыка на все времена, которая живет и творит ради нас.